друзі, в цей недільний день, чудовий день, який створив для слави своєї Господь, для того, щоб ми раділи в Його присутності. Пропоную відкрити на початку Псалом 111 і прославити Господа із Його же слова. Псалом 111. Славімо Господа! Я Господа вславлятиму усім єством своїм в вузькому колі щирих і на майдані велелюднім. Господь величні справи робить, народ жадає добрих справ, що йдуть від Бога. Є пречудовими і преславними Його діла, живе віки Господня милосердя. Забути не зможемо ніколи чудеса Його, і доброта, і ласка Господа у них. Свою угоду з нами пам'ятає Він завжди, дає поживу послідовникам своїм. Сказав своєму Він народу про діла свої величні, як Він народів інших землі їх віддав. Усе, що діє Бог, то правильно і шляхетно. Ми можемо на всі Його накази покладатись. Його накази діятимуть вічно. Створив Він чесними і праведними їх. Послав рятівника народу Він своєму. Угоду з ними склав навіки. Ім'я Його святе й жахливе. Пошана й страх Господній мудрості початок. Хто слідує Його наказам, розумнішає. Оспівування Господа довічне. Небесний Господь, ми вдячні за те, що Ти послав нам рятівника. Ми всі були, як вівці розпорошені, брели в кожен свою сторону і йшли прямо в ад і пекло, але Ти нас врятував своєю любов'ю, послав Сина Свого, який зустрів нас на нашому шляху, який взяв нас за праву руку, який змінює нас зараз і працює в наших серцях. Господь, благослови цей час, благослови час поклоніння, допоможи нам зустрітися з Тобою, пережити Твою присутність, пережити Твою благодать і любов. І благослови час проповіді і слова, щоби слово Твоє, воно торкнулося наших сердець. Щоби слово Твоє, воно принесло плод в 30, 60 і 100 крат. Господи, благослови. Разве?
утворивах сяє величність твоя. Від осіннього листу до квіту весни все творіння возносить до тебе пісні. І звичає невимовний і невпинний зорі на небі містили на кожній ім'я. Всесильний, стрепеті з наших колін величаєм царя. Ти дивовижний Бог. Показав кожній блискавці, де її шлях. І комори, де сніг узлів на небеса. Здорово, Иисус, мы же благодарим Тебя за эту возможность, Господь, обращаться к Тебе, Господь. Когда нам тяжело, когда нам трудно, Господь, и когда мы не знаем, что делать, и когда у нас опускаются руки, Боже, молимся за семью книжников, за каждого члена этой семьи, Господь, Ты благослови, Ты успокой, Ты утешь, Господь, Ты окутай их своей любовью, Господь, дай им чувство Твоего присутствия, такое сильное, какого они еще никогда не чувствовали, Боже. Благослови их всех, Иисус. Также, Господь, молимся за Людиного мужа, Господь. Ты видишь, Господь, что беспокоит его, Господь, и ты видишь, к чему он обращается, чтобы как-то решить свои душевные боли, Господь. Но мы знаем, что истинный утешитель, истинный путь, истинная дорога – это Ты, Иисус. Поэтому мы просим, чтобы Ты сокрушил его сердце, Господь, чтобы Ты показал ему, что успокоение и мир, покой может быть только в Тебе, Иисус. Также молимся и за мужа Валентины Ивановны, Господь. Ты благослови его в отказе от той пагубной привычки, Господь, которую он имеет. Но прежде всего мы просим о его сердце, Господь, чтобы ты коснулся его своей рукой, Иисус. Также молимся за Ирину, подругу, которая находится в больнице, Господь. Мы не знаем всех обстоятельств, Иисус, но ты их знаешь. Поэтому мы просим, ты благослови эту девушку, Господь. Ты дай ей сил перенести те трудности, которые в ее жизни, Господь. Благослови также Иру, дай ей правильные, мудрые слова, Господь, которые приободрят эту девушку. Также молимся, Господь, за Руслану, Господь, и за всех тех учеников, которым предстоит сдавать экзамены, предстоит сдавать ЗНО, Господь, ты благослови их мудростью, Господь, ты благослови их ответственностью в обучении, в подготовке к этим экзаменам, Господь. Также благослови Руслану в евангелизации
ее друзьям, Господь, ее подруге. Ты видишь, Господь, что переживает сердце ее о том, что после того, как они все поразъезжаются, будет меньше возможностей общения, Господь. Ты благослови Русю вложить в ее подругу самые важные истины, Господь, которые помогут ей обратить свой взор на Тебя, Господь, и прийти к Твоим ногам, Иисус. Также мы молимся за молодых парней, Господь, с которыми общается Дима, за Андрея, за Петю, за Женю, Господь. Ты благослови их, Господь, Ты знаешь их сердца, Ты знаешь ценности их сердец, Господь. Но мы просим, чтобы Ты их подорвал, эти ценности, и показал, что единственное сокровище, которое должно быть в сердце каждого человека, это Ты, Иисус. Ты и Диме помогай, Господь, давай ему мудрости, Господь, давай ему внимательности и в говорении, и в слушании этих молодых людей, Боже. Также молимся за Люду Караченцеву, Господь, за ее здоровье. Ты видишь эти боли головные. Мы просим, чтобы, Господь, Ты явил свое чудо в этой немощи, Господь, чтобы Ты коснулся ее своей рукой, чтобы Ты излечил, чтобы Ты оврачевал эти болезни. Также, Господь, и благослови мое здоровье, Господь, Ты видишь, что происходит с моим желудком. Дай мне мудрости, Господь, в правильном питании, Господь. Научи меня этому правильному питанию, Господь, чтобы не усугублять эту болезнь, Боже. Также, Господь, благослови и Сашу, диакона нашего, благослови его на работе, Господь. Благослови его и устрой так, чтобы он все-таки вернулся через 2 недели сюда обратно, Господь, а не оставался там на целый месяц, потому что это тяжело и ему, это тяжело и его семье, Господь. Ты благослови его, также благослови Даника, Господь. Ты видишь эти боли, Господь, ты видишь эти проблемы с зубами, Господь. Ты оврачуй, Ты успокой, убери эту боль, Господь. Также дай мудрости и его родителям, Господь, чтобы понять, что с этим делать, Иисус. И также, Господь, мы молимся за семью Гуржиёв, Господь. Ты видишь все их планы, Господь, по поводу работы. Ты, Господь, благослови их в этих планах. Ты пошли все необходимое, Ты пошли и финансы, если это нужно. Ты пошли и нужных людей, которые бы способствовали осуществлению тех планов, которые задумали Дима с Ирой, Господь. Знаем, что Ты услышал, Господь, знаем, что не оставишь нас без ответа, Иисус. Все это мы молим во имя Твое, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, дорогая церковь. Присоединяясь к словам, сказанным Димой по поводу того, что карантин был шикарным временем для переосмысления своего христианства. У меня этот путь начался еще до карантина, но Господь для чего-то делает это в нашей жизни. Наша задача воспользоваться грамотно этим. Сегодня мы продолжаем с вами размышлять на Евангелие от Иоанна. Мы находимся в 8 главе. Будем читать с 12 стиха, с 12 по 20, но мое внимание заострилось на одном стихе, размышлениями на которые я хочу поделиться сегодня с вами. Трудный период и подготовки, трудный период до подготовки, трудный период всего карантина, тяжелые последние обстоятельства в моей жизни. Господь формирует, и любое формирование для нас, как для христиан, это больно. Но, несмотря на то, что как бы ни было больно, как бы ни было тяжело, Господь утешает. Господь утешает, Господь через свое слово не только учит людей, которые не знали его учения, Господь через свое слово направляет нас, корректирует наш путь, потому что, давайте быть честными, жизнь христианина – это каждый день взлеты и падения. Каждый Божий день. Если кто-то из вас считает, что он прожил день и не согрешил,
Друзья, почитайте Библию, перечитайте Евангелие, любое, абсолютно любое из четырех, перечитайте. И в такие моменты, когда крайне тяжело, Господь утешает, и утешает через те стихи, на которые ты раньше вообще не обращал внимания. Давайте прочитаем с 12 по 20 стих и остановимся на одном стихе, на одной мысли, которая, я думаю, будет актуальна для многих из нас. С 12 стиха Евангелия от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе нашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Аминь. Чудесный отрывок, можно прям, я думаю, конференцию на эту тему сделать, но хотелось бы остановиться с вами на одном стихе, который стал для меня той самой корректировкой в моем пути за христианством. Это 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Во-первых, написано «опять говорил Иисус». Это слово возвращает нас в позапрошлую проповедь. Мы на празднике кущей. Андрей уже говорил, да, что это за праздник. Это считается как один из самых, наверное, больших иудейских праздников. Это праздник благодарности Богу за урожай, за поддержку евреев в пустыне, когда они там были. И вот Иисус приходит на этот праздник, написано, как бы тайно. Но, несмотря на то, что обстоятельства не в пользу Иисуса, отношения людей не в пользу Иисуса, Иисус, в 7 главе мы можем прочитать, что Иисус выходит в середину круга, да, и начинает открыто уже учить людей. И вот мы приходим в наш момент. Опять Иисус говорил к народу и сказал им: „Я свет миру“. Если вы заметили, а я думаю, вы заметили, Иисус очень хороший иллюстратор. Он очень любит подтверждать свои учения, видимо, для лучшего закрепления в наших умах, подтверждать их каким-либо событием, событием, которое понятно людям, которым он говорит. И эта ситуация не была исключением. На празднике кущей, в этот праздник, в один из этих дней, происходит такое событие, которое называется иллюминация храма. Сейчас я вам расскажу, что это такое. В храме много дворов, все мы это знаем. И есть в храме женский двор, в который приходили женщины, которые не могли переходить порог этого храма, да, которые могли поклоняться Богу только в этом месте. И вот в этом дворе, этот двор был окружен огромной галереей для зрителей, садились зрители, и внутри этого двора ставились 4 огромных подсвечника. И с наступлением темноты, как только темнело, служители храма зажигали эти подсвечники. И еврейские историки говорили, что свет от этих подсвечников был в каждом дворе.
Иерусалима. То есть, когда темнело, зажался свет, и этот свет был виден на весь Иерусалим. И теперь представьте, на фоне такой церемонии, такого процесса, Иисус говорит: «Я свет миру». Для людей было понятно, о чем Иисус говорит. Иисус любил своими фразами будоражить людей, подрывать их устои, их принципы, их ценности, которым прилеплялось свое сердце. И фраза «Я свет миру», как мы видим, вызвала бурю негодования у окружающих людей, которые его слышали. Почему так произошло? Казалось бы, ну, парень вышел, хороший парень, там, учит чему-то, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, чему он учил. Но он вышел и говорит фразу, которая у книжников и фарисеев просто вызывает негодование. Почему же такая реакция на фразу «Я свет миру»? Почему? Потому что эта фраза в головах фарисеев и книжников звучала как претензия на Мессию. И не только на Мессию, на все понимание Господа в целом. У иудеев слово «свет» в Писании очень тесно связывалось с Богом. Очень тесно. Давайте хотя бы вспомним самое первое упоминание о свете. Первая книга в наших Библиях, Бытие, 1 глава, 3 стих. «Сказал Господь, да будет свет». Это первое упоминание, это первый раз это слово встречаем мы в Библии. То есть первое упоминание о слове как действие творящего Бога, конкретно Бога. Дальше мы читаем, например, у пророка Михея, 7 глава, 8 стих написано: «Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, Господь свет для меня». Опять тесная связь с Богом. Точно так же мы можем и массу мест, я просто некоторые выбрал, например, 26-й псалом. Давид, псалмопевец, поет Господу песню: «Господь, свет мой и спасение мое». Вот что в умах евреев означало слово «свет». То есть у них слово «свет» равно «творец», равно «спасение», равно «Господь». Все, это было то, что вкладывалось в евреев с детства. И получается, какой-то паренек говорит им: «Я этот свет». Какие мысли приходят к нам в голову от этих слов? То есть мы понимаем: свет, Господь, святость, спасение. Значит, другая сторона, тьма, это грех, это падение, это смерть. Это жизнь без Бога. Слыша, понимая вот эту картину, которая складывается, принимаем ли мы тот факт, что как только в нашей жизни наш взгляд хоть на чуть-чуть уводится от Христа, то это тьма. Конкретно тьма. Понимаем ли мы, что если в нашей жизни нет Бога, то есть только один конец? Это смерть, друзья. Давайте будем говорить, как есть. Это конкретно, я не буду учить чему-то новому. Мне просто кажется, что в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, в тех сложностях, которые находятся в частности каждый из нас, Это классное напоминание от самого Бога. Понимаешь ли ты, что какая бы у тебя ни была классная жизнь, как бы у тебя ни было все шикарно, если
твой свет не Иисус Христос, то это поддельный свет, который ведет тебя в тьму, ведет тебя в конец. Становится ли для нас это неудобным? Ломает ли это наша, ломает ли эта мысль наши устои как христиан? Потому что в нашей жизни очень много посторонних вещей, которыми мы занимаемся. У нас разные предпочтения, разные хобби, разные увлечения. И понимаем ли мы, что абсолютно все, любой факт в нашей жизни, если он преобладает над Христом, то это тьма, конкретно, без вариантов, без 50 на 50, конкретно, это тьма. Иисус продолжает свою мысль, говоря о том, что хорошо, мой друг, я тебе сказал, я истинный свет. Все здорово, ты с этим согласен. Ты согласился, что единственный правильный ориентир в моей жизни – это Иисус, это я, да, Иисус говорит. Но этого недостаточно. Давайте так, мне очень понравилось, так получилось, что мы с Димой вместе болели за эту проповедь. То, чего не хватает в карантине, единства, поддержки. Я нашел это в Вайбере, в переписке с Димой. Вот в нужный момент, да, опускались руки. Иисус говорит, то, что ты признал меня истиной, это здорово. Но, смотрите, находясь в темной комнате, знание того, что если включить светильник, если нажать на вкл, переменит свет на тьму. Вот если ты сидишь, и ты просто знаешь, что чтобы включить свет, нужно нажать светильник. Это что-то поменяет в твоей обстановке? Ничего не поменяет. Зная, что свет включается светильником, не включает свет. Чтобы свет включился, нужно встать, нужно подойти, нужно что-то сделать в нашей жизни. Иисус говорит, то, что я истинный свет, это здорово, ты понял? Слава Богу, мы к этому пришли. Но, вторая часть 12 стиха. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Кто последует за мною? Я не знаю, я уже столько раз размышлял на эту идею и сам, и за кафедрой. И все мы знаем, да, что Иисус везде говорит, оставь, пойдем за мной, возьми свой крест, пойдем за мной. Но что вкладывает Господь в это слово? Что это слово значит вообще? Следовать. Я не буду говорить, как это слово звучит на греческом языке, потому что удовольствие не получите ни вы, ни я. Я просто хочу вам сказать, что греческое слово означает, которое употребляется здесь. В это слово вкладывают 5 очень тесно связанных между собой значений. Первое. Оно часто используется как обозначение следования солдата за своим командиром. Это первое. То есть мы понимаем, да, обстановка военная, например, и командир говорит, идем в бой. Солдат молча, беспрекословно встает и идет. Вот это, в этом значении очень часто используется. Второе. Раб, следующий за своим господином. Опять же, абсолютно беспрекословное, смиренное следование, без вопросов. Хозяин сказал, раб пошел, все. Третье. Следовать совету мудрого человека. К
Когда ты, у тебя какой-то вопрос, какая-то трудность в жизни, ты приходишь к мудрому человеку, он тебе дает совет, и ты следуешь этому совету. Используется слово «следовать» в этом смысле. Четвертое. Часто используется в смысле «следовать законам города или государства». То есть исполнять законы города, рамок, законных рамок, в которые ты поставлен. И пятое, следовать за мыслью учителя. То есть следовать за учением, вникать в учение. Не просто слушать ради того, чтобы поставить галочку, а следовать мысли, учению учителя. Как мы можем это все перенести в нашу жизнь? Господь говорит, иди за мной. Что это значит? Что мы как солдат должны быть готовы идти куда угодно за своим Богом. Давайте, скажем так, признаемся честно. Много очень свидетельств, когда люди идут за Христом на смерть. Возможно, нас никого это не коснется, но как мы можем перенести это в более меньшую плоскость, да, не прям там пойти на смерть. Элементарно, фраза «я христианин», сказанная в нашем обществе, может привести к такому положению, что ты остаешься без друзей, без знакомых, без родителей. Я слышал массу свидетельств о том, что родители, после того, как их дети приходили к Христу, говорили, то лучше бы ты бухал, чем ты... Это вот, люди, возвращающиеся с репцентров, они приезжают домой, начинают проповедовать своим родителям, естественно. И родители говорят, то лучше бы ты бухал, лучше бы ты там сдох где-то под забором. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть готовы, что, пусть не заберут у нас жизнь, но заберут зону комфорта нашего, круг нашего общения, то, к чему мы привыкли. Второе. Называя его Господом и говоря, я пойду за тобой, давайте уже начинать забывать о том, что мы имеем какие-то права на себя. Я понимаю, что это очень тяжело. И я понимаю, что это как бы... И в идеале, но я говорю сейчас о том, о чем мы должны размышлять, то, о чем мы должны к чему мы должны стремиться, то, о чем мы должны молиться, то, что мы должны хотеть, чтобы Господь поменял в нашем сердце, чтобы мы забыли о себе. И третье. Господь хочет не просто, чтобы мы, как, знаете, как маленькие несоображающие телки, шли за Ним. Господь хочет, чтобы мы вникали в то учение, которое Он нам дает. Не просто поверхностно проходили, чтобы мы размышляли о том, что нам говорит Иисус. То есть, простыми словами, Иисус Христос хочет, чтобы мы посвятили себя Ему полностью. И физически, не жалея своего тела, не жалея своего комфорта, и морально. Чтобы мы не просто шли, чтобы мы шли, размышляя о Его красоте. Сегодня каждому из нас, Иисус знает про ситуацию в нашей жизни. Знает, когда нам тяжело, когда нам легко. Знает, когда мы веселимся. Знает, когда мы плачем. И сегодня Иисус каждому из нас говорит, в твоем хаосе, в твоей вот такой вот жизни,
вот в такой вот жизни, которая по большей части, ну давайте так признаемся, даже если жизнь без Христа, то это по большей части жизнь, несущая разрушение. Абсолютное разрушение. Ну, я говорю, у меня так было. Жизнь без Христа, это было абсолютное разрушение не только себя, но и всего, что окружает меня. Иисус говорит сегодня, в твоей жизни, которая разрушается, в твоем мраке, в котором ты ходишь, спотыкаешься и не можешь понять даже обо что спотыкаешься, Иисус говорит, я свет в этом во всем. Аллилуйя. Братья и сестры, поймите одно, жизнь в свете не убережет от падения. Нигде не написано, приди ко мне, и все будет у тебя класс. Нигде такого не написано. Это не библейский Бог. Жизнь со Христом, это не значит легкая жизнь. А наоборот, наверное, в большинстве своих случаев, еще тяжелее жизнь. Но самое главное, как бы, по какому бы трудному пути нам не пришлось идти, по какому бы трудному пути мы сегодня не идем, будь то безработица, будь то болезнь родных и близких, будь то смерть родных и близких. Иисус говорит, я с тобой, я твой свет. И в конце ты войдешь в мою славу. Спасибо. Пусть Господь благословит нас не забывать об этом, размышлять об этом, молиться об этом, хотеть этого. Аминь. Давайте. Дочь была опять навеселе. Злой, раздражительной и грубой, с рюмкой недопитой в руке и сигаретой обжигавшей губы. Крикнула с порога, «Не крутись, старая, оставь меня в покое! Тошно, понимаешь, тошно жить!» Мать вздохнула, «Дочка, ты давно покойник!» «Ненавижу!» — хлопнула дверьми, «Отвяжись!» — дышало сердце злобой. «Для меня нет доктора, пойми, поздно, я прошла огни и воды!» Дочь металась и в хмельном бреду разрывала на себе одежды. Чем помочь ей? Как прогнать беду? Неужели гибель неизбежна? Что же делать? Как спасти дитя? Сердце задыхается от муки, и в тоске немой, слагая руки, опустилась на колени мать. Боже милосердный, помоги! Видишь, ей становится все хуже. Смилуйся над ней, убереги. Вырви сердце из греховной стужи, ведь знаешь ты, она не в радость пьет. Мучается, гаснет, увядает. Дьявол ей подняться не дает и в греховную трясину увлекает, и в сатанинских опытных сетях погибает слабою травинкой. О Господь, спаси мое дитя, доченьку мою, мою кровинку. Иисус, наш дивный, чудный Бог, наш судья и наш целитель нежный, у твоих святых пронзенных ног я склоняюсь верой и надеждой. Так просила мать в ночной тиши Бога, доверительно и смело, и Христос услышал вопль души невозможное, возможным сделал. Вдруг раздался шум из-за спины. Дочка, опустившись на колени, прошептала в горестном волнении. «Боже, Боже, жалься надо мною! Я устала от борьбы и слез, гляжу на будущее с ужасом. Мама, мама, пусть войдет сюда Христос и наполнит сердце мое мужеством». Мать и дочь, рыдая, обнялись. И, соединившись безыскусно, две молитвы в небо вознеслись. Срочной телеграммой Иисусу. Так еще недавно в грустный дом заглянули мир, любовь, надежда. Поселились вместе с верой в нем красота, доверие и нежность. Не пройдет он милостью своей тех, кто грех у ног Христовых сложит. Матери, молитесь за детей, и Господь услышит и поможет. Ведь Божий план величественно прост. Помолись, преодолев смущение, и войдет в твой мир, в твой дом Христос, с радостью, любовью и прощением. Я была порочной, пьяной, злой, грех пила, как воду из стакана. Но сегодня Иисус со мной.
по молитве милой, доброй мамы. Слава Господу! Господь, ми улюблені Тобою, обгорнуті Твоєю благодаттю, живемо, радіємо, Боже, в Твоїй присутності, бо Ти прийшов на це місце. Не ми до Тебе прийшли, але Ти вибіг нам на зустріч. Не ми Тебе шукали, але Ти нас знайшов. Не ми прикладали зусилля, щоб бути схожими на Тебе, але Ти нас змінив ізсередини своєю благодаттю, своєю любов'ю. Спасибі. Спасибі за цей труд слова, труд істини, яка змінює нас в образ Ісуса Христа. Спасибі. Все сильні, не здоланні, хто збагне великого Творця. Ми безсилі, безпорадні, хто зійде явити нам життя. Світу, що сидить у темноті, світло засяяло, Бог з нами, цар всього творіння, прийняв на себе тління, долю всіх людей. Бог з нами, Він зняв небесні шати, щоб одягнути в славу всіх своїх дітей.